Продукты, которые могут помочь снизить риск онкологии. Первое. Овощи с высоким содержанием антиоксидантов. Брокколи, капуста, шпинат и другие овощи богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и снижают вероятность развития рака. Второе. Фрукты и ягоды. Яркие фрукты, такие как ягоды, цитрусовые и виноград, содержат витамин С и другие питательные вещества, которые помогают укрепить иммунную систему и предотвратить развитие опухолей. Третье. Омега-3 жирные кислоты. Рыба, орехи и семена льна богаты омега-3 жирными кислотами, которые имеют противовоспалительные свойства и могут снизить риск развития определенных видов рака, включая рак молочной железы и простаты. Четвертое. Чеснок и лук. Чеснок и лук содержат аллицин, который обладает антиоксидантными и антираковыми свойствами, способствуя замедлению роста раковых клеток и снижению риска образования опухолей. Пятое. Зеленый чай. Зеленый чай богат полифенолами, которые могут помочь в борьбе с раковыми клетками и снизить вероятность возникновения опухолей. Использование этих продуктов в ежедневном рационе питания может помочь укрепить здоровье и снизить риск онкологии.